Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами сделаем вот такую замечательную поделку. И для этого нам понадобится цветной картон, цветная бумага, клей и ножницы. Итак, берем с вами лист цветного картона, кладем перед собой горизонтально. Также я предварительно вырезала из бумаги желтого цвета вот такой вот круг. Берем клей и приклеиваем его на наш картон. Вот так. Из бумаги коричневого цвета вырезаем круг. Это будет шляпка нашего гриба. Так, мы вырезали круг. Разрезаем круг пополам. И приклеиваем одну половину нашего круга сверху над желтым кругом. Вот так. Берем бумагу зеленого цвета и вырезаем из нее траву. Складываем ее несколько раз. И вырезаем вот такие вот треугольники. Раз, два. Три. Вот так. Намазываем клеем. И приклеиваем сверху на картон. Вот так. Отрезаем лишнюю бумагу. Так. Вот такая замечательная поделка у нас получилась. Я надеюсь, что у вас получится еще лучше. А я на сегодня с вами прощаюсь. До свидания.